В историко-культурном центре прошла конференция местного отделения политической партии «Единая Россия». Исполнением гимна нашей страны открылось второе заседание конференции местного отделения партии «Единая Россия». На встрече присутствовали 48 делегатов. Кворум есть. Главный вопрос повестки – избрание нового секретаря. В соответствии со статьями 14.9 и 14.9.1 Устава партии, секретарь местного отделения партии является высшим должностным лицом местного отделения партии, избирается конференцией местного отделения партии из числа делегатов конференции тайным голосованием. В бюллетенях две фамилии. Подавляющим большинством 47 из 48 голосов секретарем местного отделения партии стал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Поздравляю. Алексей Спасский поблагодарил всех за доверие и напомнил коллегам, что впереди предстоит еще много работы на благо жителей. «Единая Россия – это партия власти, это сегодня и де юре, и де факто, и в Государственной Думе, в областной Думе, в Совете депутатов нашем, где вот здесь я вижу тоже знакомые лица, в исполнительной власти. И это значит, что у нас с вами есть вот он доверие, у нас с вами есть полномочия, но и ответственность тоже. Вся лежит на наших с вами плечах. Спасибо вам большое еще раз за доверие и всем нам успехов.